Тафон находится в прямом подчинении Константинопольского патриархата. Он не самостоятелен. Это все равно, что мы здесь будем чего-то там не признавать, что нам блаженнейший скажет. Нет. А Афону было благословение впустить везде ПЦУ. Тем не менее, они не могут свою совесть подчинить благословениям своего же патриарха. Это трагедия для них. И именно поэтому они не пускают представителей ПЦУ. Тобто, якщо коротко, чому не пускають ПЦУ на Афон? Потому что они не признают благодатность их таинства. Они не признают апостольского преемства и иерархии ПЦУ. Самые афонские старцы не признают, так? Множество иерархов по всему миру. Но на Афоне большинство монастырей не признает. Три монастыря признают.